у юношей до 18 лет. Бычков Владислав, Красноярский край, 23-61, предварительный результат. Травушкин Максим, Алтайский край, 23-43. Демин Вадим, Иркутская область, 23-20. Дронов Евгений, Иркутская область, 22-95. Студинским Александр, Кемеровская, 23-05. Кивнюк Роман, Иркутская, 23-25. Бубнов Денис, Красноярский край, 23-37. Печко Артем, Республика Хакасия, 23-57. Дронов Евгений стал победителем финального забега юношей. Прослушайте результаты финального.